Ну что, ребята, всем привет. Не ждали думчик от меня? Ну вот, держите. Мы будем проходить кампанию, новую ячейку. Начать кампанию. Уровень сложности мы сделаем не больно. Если нам станет легко, мы сделаем ультражестокость. Вечно шествуешь ты по царству теней, сражаясь со злом, когда другие замирают от страха. Да не будет утолена твоя жажда воздания, да не высохнет кровь на твоем мече, и да не испытаем мы больше нужды в тебе. Скрижали Каракса. Они сама ярость, жестокие, бесстрашные, неудержимые, беспощадные. Но ты будешь еще хуже. Рви их в клочья, пока не уничтожишь всех. Обалдеть. Ну что, ребята, пошла жара, и я что-то не понял, немного с мышкой у нее какая-то скорость чувствительности очень странная, очень какая-то, знаете, вот как на приставках. И звук я, наверное, вот так вот сделаю чуть потише, а остальное, думаю, нормально. Ну что, поехали, попробуем раскидать пацанов. Ну реально как-то, ну ладно, я думаю, это нормально. А тут что, перезаряжать не надо? Супер, супер, ребята. Ну что, давай попробуем прописать какой-нибудь пароль. Я думаю, не слишком громко будет, но из первой части мы поймем, убавить или прибавить. Не забывайте, ребят, ставить лайкосик. Лайкосик за дум. Мы обязаны его сдержать. Кого сдерживать-то? Воу! Потише, ладно? Это как во всех думах, снаряга моя, да? О да, как я скучал по этому космическому костюму. Такое ответвление, как Half-Life прямо. Стабилизация, все хорошо, калибровка завершена. И мы сейчас отправимся в путь. Такой незначительный сюжет, сразу как-то все так быстро началось. Как-то просто и заманчиво, что ли. Трассировка. Определить причину демонического вторжения невозможно, пока связь со спутником Распресс не будет восстановлена. Но, как обычно, мы будем подавать энергию. Я доктор Сэмюэл Хайден, глава этого комплекса. Я думаю, мы сможем работать вместе и решить эту проблему к обоюдной выгоде. Фига. А я брутальный мужичок. Такой взял, откинул все назад. Ну что? О, здорово, братюшка. Смотрите, я вам могу делать хедшоты. Вы любите, когда я делаю хедшоты? Могу ломать все. Могу запинывать. О, здорово, мужик. Но они отлетают на ура, конечно, не поспоришь. Здесь не поспоришь. О, что с тобой, братец? Отдай-ка мне свой автоматик. Автоматик райфл. Оружие, получена запись, нажмите таб. А одержимые у нас есть, да? Такие обычные парни. А самые лютые и слабые, мы их 8 штук убили. МГ у нас есть, пистолет УАК. И боевой, это, кажется, дробовик. Отлично. Также есть артефакты. Но я думаю, что читываться здесь сильно не стоит. Это ведь Дум. А в Думе все просто. Оу-оу. А ты какой-то молодой. Уровень демонического присутствия. Начинается блокировка. Импы, здорово! Как же я вас любил и буду любить. Вы чё такие серьезные-то, а? У меня и ХП падает. На, держи. А что-то у него отлетела рука или нога.
хобанькие. Кстати, в 2К разрешении должно быть просто нереально круто. Сердечко? Не слышал. Тихо, вы главное не бузите, ладно? Вы главное не бузите. Где ты там топаешь? Оу! Импы! Смотри, что творят импы! Куда ты там? Куда ты полетел, мой сладкий? О, тебе плохо, да? Но сейчас тебе будет хорошо. Где еще один? Что такое? Здравствуйте. Здравствуйте, месье. Отлетает у них части тела. Ох, как им прилетает, ты хорошо. Не понял. Ты можешь висеть? Ни черта себе. А я думал, ты не умеешь висеть. Вот этот экшончик попер. Мы наберем патронов, конечно же. Многочисленное количество. Иди сюда. Демоническое присутствие, говоришь? Может быть, ты слезешь? Но это не тот шотган, как из Дума, который я хотел бы. Иди сюда. Вот это я победитель по жизни. Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка снята. Конечно же, нужно снимать блокировку, ведь батька уже тут. И он карает. Он не прощает. А они мне вообще хоть сколько-то жизней-то нанесли? Ох, мы будем здесь прыгать, я чувствую. Нельзя дать ему покинуть это место. Он может все разрушить. Да, мы не дадим никому покинуть место. Я беру на себя полную ответственность за все ужасные события последних 24 часов. Но вы должны понять, мы интересовались их миром исключительно ради блага человечества. Да, все вышло из-под контроля. Но, уверяю вас, у нас были веские причины для такого риска. Марс, экшен, что еще может быть круче, беседа? ID Software представляет Doom! О, класс! Задание. Найдите вход в центр распределения ресурсов. Давай сделаем это быстро, детка. Вот так вот просто взять и упасть? Серьезно? Компенсация удара. Вы такое видели, ребят? Я нет. У меня есть компенсация удара. Нажмите Е, написано было. Территория окей. Краткая история. Конечно же, вы можете останавливать видео и читать. Обучение? Нет, спасибо. Обучение мне не надо. Я и так как батька. Батька Unreality. О, зомбяки! Здорово! Понеслась движуха. Что-то его половину раскрыл. Ух ты! Минус рука. Здорово! Это какой-то новый монстр под названием Одержимый солдат. И он умеет даже стрелять. Буа, они мне говорят. Здорово! Хорошо. Что тебе надо? Хоп. Хорошо, накидываем. Хоп. Кто следующий? У нее, кстати, синий эффект добивания такой есть, да? Может быть, ты будешь умирать? Отлично. У меня 3 патрона осталось, что-то мало. Ты куда? Стой. Фига, он убегает от меня. Вот это мясо. И, кстати, я бы сказал, что это тяжелое мясо. Оу, иди сюда, красотка. Прям по хребту. Он заряжает свои пушки. Нету пушки. Была пушка и нет пушки. 100 хп. Отличные разборки в Бронксе. Ой, точнее на Марсе. Хе-хе. Мы уже полностью в аптеках.
забираем патрики, забираем все, что можно. Здесь куча патриков было, можно было даже не жестить так сильно. Но я думаю, мы будем вообще показывать Unreality бой. Подожди, а почему нельзя открыть? Доступ синий ключ, как и в старом добром Думе. Нужно находить... О, артефакт какой-то. Даже не понял, как на него забраться. Но каким-то способом это можно сделать. Сейчас попробуем. Вот таким вот образом. Найден секрет. Здравствуйте, робот. Отдай-ка синий ключ. Парень, он тебе больше не понадобится. Хобаньки. Синий ключ найден. Карточка синяя у меня в руках. Сейчас мы откроем доступ в Union 01. Чикс. Опс, это что? Это у нас какое-то оружие новое. Какое-то новое снаряжение. Какие-то секреты, коллекционные предметы. На каждой карте есть две коллекционные фигуры морпехов. Каждый найденный фигур открывает модель, которую можно просмотреть из меню коллекционные предметы. Да ну нафиг. А это у нас осколочная граната. А как ее кидать? А вот так вот. Держите. Что-то я не понял. Вы какие-то стали жесткие, что ли? Умудряетесь ударить меня. Что тут приехало? Скажите, пожалуйста. А, здесь на Марсе идет добыча каких-то ресурсов. Смотри как. Хопс, хедшотик. Хопс, хедшотик. А ты думал, просто так все будет? Нет уж. Смотрите, здесь какие-то обходы. Ты что там вибрируешь? Тыкс, 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 тыкс. Давайте туда сходим вниз. Может быть, там будет секретка. Отлично. Что-то они не хотят со мной как-то разговаривать по-хорошему. О, здесь бегуны, бегуны. Здорово. Фига тебя присамбачило, да? Его взорвало. Смотри, что импы творят, а. Как же классно у них анимация ударов. Здорово. Ух, с колена. А ты хочешь с колена? А тебе по спине сойдет. Симулятор добивания, блин. Что такое, нам туда надо? Туда мы еще успеем прийти. Я хотел бы посмотреть, что мы можем здесь найти. Ох ты ж, ё, здесь с ума сойдешь бегать и ходить, бродить. По всем этим комнатам. Просто я хотел найти какую-нибудь секретку. Я-то знаю, куда мне идти. Мне нужно было идти в другую сторону. Но пришлось идти в эту сторону. О-о-о! Здорово! Имп, ты куда? Был имп, нету импа. Здесь, может быть, что-нибудь найдем? Здесь ничего нету. Ну, идите сюда. Идите к папочке. Хопс. Хопс. Кстати, когда добиваете, по-моему, аптечки выпадают с них. Очень интересное зрелище. Открывай. Конечно же, он не откроет. Хорошо, тогда идем туда, куда нам надо было. Мы сейчас это быстро сделаем. Оу, здорово. Здорово, мужчина. Нам в эту сторону. Смотри, откуда ты встал-то? Откуда ты встал, парень? Ты откуда? Да ладно, куда ты там полетел-то? Они что, бесконечные, что ли? Или нет? Откуда они постоянно появляются? Идем сюда, как нам и сказано. Что мы здесь можем понажимать? Загрузка. Сканер местности. Улучшение боекомплекта. Автокарта загружена. Что он здесь делал-то? Эх, а я думал, упадет. Как в каких-нибудь блокбастерах. А здесь у нас что? О, красный ключ. Привет. Чокс. Бронекостюм. На вкладке бронекостюм сопротивляемость среде. Увеличит сопротивляемость урона от взрывов окружающей среды. Увеличит эффективность навигационных систем. Увеличивает емкость снаряжения. Увеличивает эффективность усилений. Хорошо, а мы поставим увеличить эффективность навигационных систем, да? Сопротивляемость к среде. Давай сопротивляемость к среде разблокируем. Получим. О, мы можем качать свой бронекомплект. Хорошо. А что у нас здесь было? Я думал, это красный ключ.
Но это не красный ключ. Я так понял, мы, может быть, вот на этом вот... Вот на этом вот автомобиле поедем, нет? Нам вот как бы в ту сторону надо, показывает по карте. Но я что-то вот не могу. Здесь не открывается. В этот автомобиль никак нам не сесть, как я понял, да? Может быть, можно, конечно? Нет, нельзя. В автомобиль не сесть, с грузом ничего не поделать. Наверх не попасть. Интересно. Интересно. Очень интересно. Куда нам тогда направиться? 300 метров. Здесь наяривает вот такая вот штука. Непонятная. Ладно. Попробуем сделать заход номер два с друзьями. По верхней части только. Сейчас подумаем, как наверх забраться. Здесь никак. Так. Слишком быстро бегаю и не понимаю, куда идти. Сюда-то мы забираемся, не проблема. А дальше как? А может быть дальше вот так? Вот оно! Хозяйство. Здорово, ты кто? Ух ты, ё-моё, шквальный огонь. И много граната. Давайте шквальный огонь. Модификатор оружия. Первые дроны доставляют вам модификации оружия, которые можно активировать, нажав активатор модификации правой кнопкой. Так. Выберите модификацию и снять ее на оружие. Очки улучшения оружия позволяют усилить модификации. Хорошо, давай шквальный огонь. Получить. Мне, пожалуйста, шквальный огонь. Спасибо, роботех. Ну-ка. Отлично. Теперь я буду шквальным огнем лупить. И взрывать все и вся на своем пути. Здорово, мужики. Че, как у вас тут вообще дела-то? Я смотрю, нормально. Ух ты! Солдат, а? Какой солдат? Иди-ка сюда. Сломать руку. Не понял я что-то вас. Вы какие-то стали сильные. Вот тебе. Солдат отлетает, ну ура. Стоять. Стоять. Ну спрыгивай давай. Какой же ты быстрый. Фига там сбрило. Солдатончик. Ты что-то больно сильно меня ударил. Меня так бить нельзя. Я хорошенький. Сюда запрыгиваем. Потом сюда запрыгиваем. И пойдем посмотрим, что у вас тут есть. Мало боеприпасов. А нам много и не надо. Мы можем из пистолета ломать лица. Сюда никак. Что, проходим через эту, что ли? Погнали тогда. Достигнута контрольная точка. Сейчас посмотрим мы все контрольные ваши точки. Ой, ладно, не пищите, а. Что пищишь-то? Не надо пищать. Ты чё, парень? Вот так вот с прогиба. С прогиба любишь бить? Хорошо. На, держи. Здорово. И с прогиба, и не с прогиба, и как хочешь просто. Где кто? Воу, ты чё, парень? Аккуратно в пещерку. Да, здравствует секретка. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Отсюда долечу? Конечно же. Конечно же, я тот самый паре-паркурщик. Здорово. Чё за дела-то? Чё за дела? Подожди, мне тут в арсенал нужно. Очки улучшения появились. Сокращает время перезарядки между очередями. Повышает темп шквального огня. На подготовку шквального огня больше не тратится время. Повышает темп шквального огня, пожалуйста, мне можно. На подготовку шквального огня больше нету сил. Все, спасибо. Эх! Ты чё тут упал-то? Не надо падать. О, здорово, мужик! Ты чё такой сильный? Ну-ка, аптечку с тебя, спасибо. Нормально, этот отлетел. Еще есть кто-нибудь? Блин, у меня по жизням проседалово. Проседалово по жизням. Здравствуйте. Здравствуйте. О-о-о, я чувствую, здесь полная какая-то вакхалинейшн творится.
Что по дробовику? Дробовик есть. Забираем. Стоять. Иди сюда. Отлично, минус морда. Кто следующий? Хочет кто-то поговорить? Ты хочешь взорваться, по-моему, а не поговорить. Идемте, идемте. Всех приму в гости. Чё ж ты спрыгнул-то? На, аптечку мне, пожалуйста. Аптечку мне, пожалуйста. Спасибо. Всегда люблю, когда вы мне даете. Эй, ты меня подожди. Меня подождать ты не забыл? Хватит, хватит тут камушки закидывать свои. Ты куда побежал-то? Ты будешь умирать-то вообще, нет? А то я уж подумал, что ты не собираешься этого делать. Куда я тут забрался, даже не понимаю, куда. Но куда-то вроде правильно. Эту можно подтолкнуть? О, двери открываются. Откройте мне дверь, пожалуйста. Хорошо. Дальше куда мы попадаем? Наверное, наверх. Вы видите, как... Здорово. Рвать и метать. Боевой рейтинг. Ну что, ребят, это был первый левел Дума. Мы сохраняем и выходим. А с вас ставим лайки, большие пальцы вверх. И в следующей серии мы продолжим играть в эту игру. Всем пока-пока.